Всем привет! Вы на канале Лавкит. И сегодня я хочу вам показать мой слайм. Он вот такой вот прозрачный. Я его купила в обычной канцелярии, в обычном магазинчике. Он вот такого вот в виде вот апельсинчика или лимончика. Не знаю, напишите в комментариях. И когда я его понюхала в магазине, мне прям очень-очень понравился запах. Реально, ребят, такой вот приятненький запах. Ну, давайте сейчас снимем тут вот крышечку. Его, кстати, можно как и браслетик использовать. Вот, такой вот прикольный. Вот, такая вот белая крышечка. Сейчас я открою. Все, ребят, я уже открыла наш слайм. Вот, и смотрите, какой он, ребят, прозрачный и красивый. Он с такими пузырьками. Мне очень-очень нравится, когда в слаймах пузырьки, когда они хрустят. И сам слайм, он не очень-то прям липкий. И это очень-очень даже хорошо. Вот мне очень-очень нравятся вот такие вот лизунчики, слаймики, которые вот как бы прозрачные, очень-очень хорошо тянется. Сейчас я его вытащу. Вау. Какой он, ребят, красивый. Вы просто послушайте, как он кликает. Сейчас вот тишина должна быть. Ну и послушайте. Ну, как-то так. Ой, ребят, как он приятненько пахнет. Он прям каким-то фруктиком пахнет. Ну, наверное, вот лимончиком или апельсинчиком. Напишите в комментариях, что это. Ну, мне кажется, что это больше лимон. Да, пусть это будет и лимон. Или даже апельсинчик. Лучше напишите в комментариях. Он очень-очень хорошо растягивается, хоть он и прозрачный слайм. Но это очень даже хорошо. Вот, и сейчас давайте его растянем. Он тоже хорошо хрустит. Давайте-ка я его опять... Ну, как-то вот так вот я примерно вот его растянула. Сейчас, ребят, и послушайте теперь этот хруст, если он будет. Ребят, это хорошо, что он не очень-то так и липнет. Вы слышали этот хруст? Он очень-очень даже хороший, мне нравится. Ну, просто бомба слайм, ребят. Я вот всем вот такие вот советую. Вот такой вот крышечкой. Вот. Ну, я думаю, это у всех такие слаймы продаются. Думаю, все такие знают слаймы. Ну, просто бомба. Всем советую. И еще раз повторяюсь, он просто вот очень-очень хорошим запахом пахнет. Всем советую. Ну, вот так вот, ребят, надеюсь, вам понравился мой слайм или же лизун, как вы его там называете. Без... Ставьте лайки жирные, подписывайтесь на мой канал. Когда будете подписываться, там будет маленький колокольчик, обязательно нажмите на него, чтобы вы приходили о поищении моих новых видео. И всем пока!